Суд Регенсбурга обязал британского католического епископа Ричарда Уильямсона выплатить штраф за отрицание Холокоста, пишет Спайджел. Его обвиняли в разжигании межнациональной розни. Отрицание Холокоста является в Германии уголовно наказуемым преступлением. По словам представителя суда, священнику придется заплатить штраф в размере 100 ежедневных окладов. Поводом для судебного преследования стало интервью священника шведскому телеканалу, которое он дал в октябре 2008 года во время теологического семинара в Регенсбурге. В нем он отрицал существование газовых камер и уничтожение миллионов евреев во время нацистской диктатуры. Интервью не только показали в Швеции, но и выложили в интернете. Дело Уильямсона спровоцировало в 2008 году скандал в Ватикане. Британский епископ являлся одним из ультраконсервативных священников, с которого Ватикан официально снял отлучение спустя всего несколько дней после выхода интервью Уильямсона шведскому телевидению. Позднее Папа Римский признал, что возвращение отрицателя Холокоста в лоно церкви было поспешным, а об интервью он тогда ничего не знал.